Дима, я не могу сейчас разговаривать, мне неудобно, я на работе. Я тебе говорю, я на работе, я перезвоню позже тебе. Маму попроси, чтобы с детьми помогла. В России отменили обязательный штамп о браке в паспорте. Теперь у россиян в паспорте остались две обязательные отметки – о регистрации и отношении к воинской службе. Штампы о браке и детях можно теперь ставить по желанию. Сегодня узнаем у волгодонцев, как они считают, повлияет ли это на институт брака и не станет ли это зеленым светом для патологически неверных супругов. Я думаю, без разницы вообще, что есть, что нету штампа. Кто-то сейчас вообще просто живет там по 10 лет и так далее. И никаких штампов нету. Для девушек, конечно, важно, но мы не девушки же. Открываете, у мужчины, у него штампика нет. А он такой, я свободный. Ну что это такое? Это путь к разрушению института семьи. Института брака. Да, это не то, что должно быть. Это не то. Это не туда. Мы идем не туда. Будут вторые семьи также. И вторые, и третьи. И еще там что-то. И какие-то дети неучтенные, может быть. Ну, это плохо. Рано об этом думать. Да. Хоть мы еще легкомысленные, не знаю. Пока мы шлепки ищем на море. Многие так просто прячут паспорта, а так даже прятать не придется. То есть там ничего не указано. Ни детей, ни ничего нет. Мне так это как-то странно. Непонятно, но было и было. Зачем что-то переделывать по тысячу раз? То, что не особо влияет на что-то как таковое. То, что вы делаете проще тем, кто уже страдал этой фигней, как бы, и все. Ну, не знаю, по мне так это идиотизм. Как будто у нас в стране других проблем нету. Мы не расписаны, так что собираемся расписаться, и штамп, как бы, я думаю, он нужен.